Мои прекрасные друзья, я так зря боялась. Дядя Дима разрешил мне все поснимать совершенно спокойно. Я же по-партизански. У меня 24-го день рождения, я знаю, где я буду отмечать свой день рождения. Видите, мы нашли местечко для дня рождения. Из Украины 50 людей, человека, 50 лет мальчик. Да, мальчик. Ой, как здорово. Вы видите, тут делают день рождения. Ой, красота. Видите, из Украины 25 мая, как раз на день рождения моего сына. Мне будет 50, я тоже приеду. Да. Видите, будет гулянка. Два года до 50, мне, представляешь? Время летит. Тут люди считают, видите, сколько им лет и как что. А я вам показываю красоту. Короче, мы познакомились и подружились с охранниками. И теперь все виды ваши совершенно спокойно. Без вот этой партизанщины. Наслаждайтесь. Я делала это и в прошлом, и в позапрошлом году, но так как никто не ходит назад, и я не даю никаких ссылок, вы же знаете, все левой пяткой, что вижу, то и пою. Посему наслаждайтесь и радуйтесь, что я еще тут, товарищ партизан. Помните песню «Партизан»? Белла Чао. Я вот и Белла, и Чао. И показываю вам Хубов Глед, что значит красивый вид. Я надеюсь, вы наслаждаетесь точно так же, как и я. Не, ну у меня правда просто детское такое ощущение радости и счастья. Извините, ветер. Микрофон остался в машине. Ой, жаль. Мне жаль вас, что ветер. Как же вот так? Ну давайте накошариться, может ветра не будет. Так. Моя подружка Натали очаровывает Димочку. День города, Святого Власа, день города. Все, Димочка нам не разрешил, а разрешил только так. Но нам этого достаточно. Ой, красота. И вот там еще такой садик внизу, красивый, хорошо убранный. Короче, красота. Оказывается, здесь был санаторий, и потом сделали вот такой частный ресторан. Видите, Дима рассказал нам, что целебный воздух лечит легкие. Ребята, сейчас я вам расскажу кое-что. Есть такая битва, вернее память о битве при Ахиллое, там, где у нас с вами вилла, помните? А вот здесь была ставка хана, который победил византийские войска. Поэтому это и называется ханская шатра, потому что у него тут был, ну, стойбище, форпост. То есть мы глядим через Святевлас, Солнечный берег, дальше на Ахиллой. Видите? А здесь у него был такой наблюдательный пункт и ставка. Ну что, ставка больше, чем жизнь. Вот такая красота. Конечно. Так что болгары помнят свою историю, любят ее и распространяют. Когда мы попадем внутрь... Да-да. Значит, господи, сбили меня. Короче, любят эту историю и распространяют. И когда мы зайдем уже внутрь ханского шатра, там есть ханский зал и все надписи и подписи, говорящие об этой известной битве. Ну, это когда болгары... надавали византийцам. Ну все, будем гордиться. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Обнимаю вас историей, болгарами, красотой, ну и, конечно, любовью. Чао-чао.